не мешаем мероприятиям, да, вот, если вот, здесь, нам сказали, что ее со второй больницы не могут. Там, что есть сейчас... На территории колледжа сейчас будет штаб человека, всю информацию, вы как бы передать. Здесь сотрудники, все полностью обладают информацией, списки обновляются, списки вам будут передаваться. Нет, ну как, может быть, ты часто стоишь, но ты не знаешь.